Приветствую вас, друзья. Хочу вас поблагодарить. Вы большие молодцы. Я сам такого не ожидал. Для тех, кто первый раз смотрит, напоминаю, мы собирали пару недель для Артема, у которого редчайшее генетическое заболевание, да, и мальчик, который учился на пятерке, буквально за год, ну, уже и практически ослеп, стал плохо слышать, перестал двигаться, ему нужно лекарство, да, редчайшее, вот. И сейчас ему, чтобы поддерживать жизнь, нужно 50 тысяч рублей в месяц. Раньше, года два назад я пробовал собрать, мы собрали 25 тысяч, привезли, передали. Вот, за два года произошли значительные все-таки улучшения. Не сказать, что он вылечился, произошли значительные улучшения. Уже лучше, но самое главное, он живой. Самое главное, мама его любит, он все понимает. И смотрите, вы большие молодцы. Я не являюсь ни там, популярным, не являюсь ни каким-то благотворителем и так далее. Я вот просто решил в очередной раз собрать для него деньги. И я сам удивился, достаточно быстро, прям по 500, по 100 рублей. Одному человеку спасибо, 10 тысяч кинул. Ну, в основном по 500, по 100 рублей, там редко даже 1000 было. Но мы собрали 200 тысяч рублей, очень быстро. Да, предыдущее видео можете посмотреть. И я сейчас еду к маме Артема, отдам эти денежки, ну, заодно сделаю небольшой видеоотчет. Уж простите за качество картинки, да. Я не умею снимать, не умею говорить красивые речи. Я просто хочу вас всех поблагодарить, потому что, ну, как я понял, действительно, люди скидывались, те, кто, ну, некоторые, знаете, прям приходило, там, 240 рублей, и прям с пояснением, для Артема, извините, больше нету. То есть, люди, да, у которых и так-то немного денег, отдавали все равно какие-то копейки. Это очень приятно, это что, ну, вот, что у нас такая страна. Единственное, знаете, что мне жалко? Мне жалко, что я-то не особо популярен, да, там десятки тысяч людей на Ютубе гораздо более популярнее меня, больше подписчиков и так далее. Но вот таких вот движений достаточно мало. А если бы хотя бы каждый, у кого есть 100 тысяч подписчиков на Ютубе, просто помог бы человеку, да, вот взял бы, не поленился, проверил, что, потому что, понятное дело, мошенничество, да, с инвалидами, со сбором денег море. Вот, я не поленился, я все проверил, всю информацию. И поэтому, ну, может быть, поэтому вы мне поверили, может, еще по какой-то причине. Ну, вот так вот, собрали мы почти 200 тысяч, я чуть-чуть своих, естественно, добавил, чтобы было ровно 200. Вот сейчас снял из банкомата и еду к маме. Чуть попозже будет отчет.